Они никогда не научатся врать, скрывать свою тревогу и улыбаться тем, кто им неприятен. Их жизненные впечатления местами смешиваются в фантасмагорическую картину, когда звук идет в виде цвета, а тактильный контакт воспринимается как звук. Все эти особенности присущи аутистам. Обычно особенное поведение ребенка замечают, когда он начинает взрослеть. Частое зацикливание на одних и тех же движениях или словах, трудности при общении с другими детьми, нарушение социального взаимодействия. Мама больного аутизмом ребенка Ольга Вельгас безгранично любит своего 6-летнего сына Матвея, шутя называя его инопланетянином. Каждый день у нас чем-то занято. Это ипотерапия, то есть ребенок катается на лошадке, это бассейн. Кинули все силы на это, и в садике, конечно же, тоже занимаются специалисты. Ну, наверное, главный определяющий фактор – это все-таки любовь близких, тех, кто ребенка окружает. Конечно же. Я бы сама, конечно, не справилась. Это спасибо папе, спасибо бабушкам, которые очень окружили нас заботой и вниманием. Если ты знаешь о том, что вот когда им, например, тревожно или очень плохо, или они не знают, как общаться, они начинают вести себя, например, стереотипно. Ну, например, высказывать, например, фразы из мультиков. Ты им говоришь: «Привет, как дела?» А тебе в ответ ребенок говорит фразу из нескольких мультиков. И ты понимаешь, что в этот момент он, ну, вот просто испытывает сильную тревогу. И тогда есть возможность, ну, как-то обратиться к нему по-другому и сказать ему о том, что ты видишь и знаешь, что ему сейчас сложно с тобой. На сегодняшний праздник пришли родные больных аутизмом детей. Всего в Бресте зарегистрировано около 70 особенных ребят. Дети-аутисты способны решать сложные математические задачи и писать гениальную музыку, при этом абсолютно не умея находить общий язык с теми, кто их окружает. Когда ребенок в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет не удерживает контакта глаз, как будто смотрит сквозь, не поддерживает целенаправленную деятельность или не пытается привлечь к себе внимание, может длительное время находиться в отсутствии матери, не проявляя при этом никаких признаков беспокойства, может сам себя заинтересовывать, играть ручками, смотреть на люстру, на обои или наоборот, при приближении матери или других родственников не проявлять признаков радости. Если ребенок использует предметы игровые не по назначению, либо наоборот играет с предметами, которые не являются игрушками. У нас есть в городе 3 коррекционных центра. Это областной коррекционный центр, куда наши мамочки могут пойти. Потом Веда – это коррекционный центр Московского района. И Стимул – коррекционный центр Ленинского района. Действительно там помогают этим детям? Да, помогают этим детям, но помимо того, что, в общем-то, есть это как учреждение образования, да, наша организация и создана для того, чтобы помогать этим семьям, помогать этим родителям, как адаптировать ребенка. Каждый из нас иногда зацикливается на одной и той же песне или злится, когда вещи расставлены не по порядку, или накручивает на палец волосы, долго находясь в одной и той же позе. Словом, нам всем присущи поведенческие особенности аутистов. Просто здоровый человек легко выходит из этого состояния, в то время как аутисту покинуть свой особенный мир гораздо сложнее. Ключ к душевному состоянию этих людей есть. Это любовь к ним, неподкупная и искренняя.